Друзья, вот сегодня мы имеем в нашей церкви такой снаряд, который сделал большое горе для крыши. И мы благодарны, что люди все живы. Вот. И мы так понимаем, что это всего лишь только волна этого снаряда. И поэтому просим, молитесь за людей, 200 человек, людей здесь, чтобы Господь хранил нас в своей руке, доверять Ему. Мы молимся и уповаем на Него, и верим, что Он народ свой не оставит. И всем пожелания, кто вот сегодня, может быть, на хорошей земле или на тихой земле, дорожите временем, служите Господу.